Привет, мои уважаемые подписчики, зрители, новые подписчики. С вами Марго Скоробей. Сегодня мы смотрим вашу судьбу, личную жизнь. Да? Давайте посмотрим, что вообще происходит и тенденции на будущее. Смотрите, сейчас юноша, и юноша говорит о том, что у этого юноши есть девушка. Расклад и для мужчин, и для женщин. Девочки, если вы сейчас без спутника находитесь, то не будьте монашкой, не загружайте себя вот так. Что происходит, если есть кто-то в паре? Смотрите, идет воздействие, сильное магическое воздействие на разрушение ваших отношений, на вот эту холодную постель, для того, чтобы в ваших отношениях были вот такие качели, для того, чтобы поставить вас в ситуацию выбора, довести вас до грани и до ссоры. Но, тем не менее, у вас все завершается благополучно, во благо.